да? У нас деньги, вот эти лежат, они лежат в твоем банке. Да. В твоем, да. Но они близко. Не знаешь всех моих проектов, да? Mm-hmm. Где мне нужны деньги, да? Mm-hmm. Поэтому мы решили, что вот то, что региональная сеть, мы договорились. А что касается остального, я не готов сейчас это обсуждать. Вы просто путаете понятие. Речь не то, что давай повысим капитализацию ради того, чтобы ее повысить. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Не хочу сейчас. Подожди, будет следующий год, ситуация изменится. Что-то не, вот, не, у тебя просто вот сейчас нужны эти деньги. Да. Вот просто тебе именно нужны. Абсолютно конкретно, совершенно верно. У нас есть проект, на который нужны эти деньги. Это абсолютно правда. Мы просто посмотрели другие проекты, и мы считаем значительно целесообразным проектом. Unrepentant, Boris presses on. With a newspaper up and running, his foundation in place, he now wants his Ukrainian visa. To cement his application and further blacken Putin's reputation, he quietly offers the new Ukrainian government a set of secret tapes which he bought 5 years ago. Recordings of the previous government's most private conversations, they offer a partial proof of an official conspiracy to murder a troublesome journalist. The new state prosecutor flies to London to get them. Ростислав? Здравствуйте, это Олег Гальцфарбин. Не могли бы это принести на завтра? Хорошо, посмотрите, да, чтобы там история эта. Потому что хотелось бы, что если бы вы будете ее крутить, то чтобы было сказано, что это от нас. Хорошо? Ладно, все, договорились, все, пока, пока. Boris makes doubly sure the world knows. He decides to go public. Олег Петрович, секрет, что вы помогаете Мельниченко, почему вы это делаете? Я позвонил Алеку Гальфарбу и попросил его разобраться в этом деле. Алек сказал, что это находится в строгом соответствии с уставом нашего фонда. И должен заметить, что, в общем, так скажем, два года... Три года об этих материалах, в общем, никто и не вспоминал, да? Потому что все твердо понимали, что Кучма никогда не даст, его режим никогда не позволит сделать так, чтобы эти материалы служили какой-то базой доказательной. Ну а мы, тем не менее, считали, что время настанет, непременно настанет, и не ошиблись в этом. И сегодняшняя власть, с моей точки зрения, на Украине не имеет шанса пройти мимо этих материалов, но, собственно, это подтвердил и президент. It's history. Does the Watergate, tapes help the United States? You remember the recordings in the Oval Office? Sure. It's part of the history. It's the recordings in the presidential office. Does it help or does it not help? It's for historians to judge. Консульської служби Міністерства закордонних справ України Микола Точицький повідомив сьогодні, що тиждень тому бізнесмен звернувся до української імміграційної служби за візою. Проти візиту опального російського олігарха в Україну сьогодні висловився міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Березовському у видачі візи, бо його перебування в Україні може поставити Міністерство внутрішніх справ у незручне становище. The Ukrainians decide Березовський and his tapes are too hot to handle. Fear of neighboring Russia and its furious president outweighs the lure of an oligarch with a murky past. The Ukrainians park his visa application permanently. Boris is back in his gilded cage. The problem of my visit to Ukraine, it's not problem of Berezovsky, it's problem of Ukraine. Are they really build democracy? It's not my problem. It's problem of Ukraine. How Ukraine identified herself as a country, as a democratic country, or country which depends on the Russia, which follow not democratic rules, but some special games. Putin would consider any act of benevolence towards Boris by any country is a personal affront. And from that, the whole international crisis arises with regard to his visa. We help them. We really help them. Yeah.
and Alex traveled to Kyiv. We delivered the material to the prosecutor's office and to the investigators. Dictaphone, remote control. They really needed these materials, and we happened to have these materials. And if it's reason not to give me visa, I don't understand really what is a real way of thoughts of authorities. And his other Ukrainian initiative isn't going so well either. Today, the new Kommersant staff are putting together a dummy issue for the first time. Я знаю, що завтра буде прес-конференція в 12 в Уніані. Це завтра, ми говоримо сьогодні. Ну, я не знаю, як на сьогодні. А що ще є? В 6, юбилейный вечер, посвященный 65-летию со дня рождения народного артиста Украины Николая Буравского. И в 19... А я его не знаю, кто это такой. Да, это народный артист Украины. Ну, не знаешь, сколько и народного артиста? Да, общество, знаете всех. Не, ну, то есть ты тоже не знаешь? Я не знаю. А, ну тогда... Закрываются ночные клубы из-за наркотиков, употребления наркотиков. Это откуда у тебя? Из интернета. 25 число. Ну, как бы об этом это уже... Это на нас должны там цитировать, да, и нас ссылаться, и что-то говорить новости. Никак не наоборот, что мы цепляли новости из интернета и потом писали заметки. Говорите. Тогда что получается у нас на политику? Во-первых, так, на первую полосу заметки нет. И это плохо. И это плохо вообще тогда, очень плохо. Там ничего нет тоже, да? Реально там мы бы, я не знаю, мы бы ничего не вытянули нифига. Вообще ничего нет. А ну вот дела как? Вот вы же видели, коллеги сегодня была очень вялая, кислая. И по сути я вот очень сильно расстроен. Потому что люди заявили слабые темы, абсолютно слабые темы. Я думаю, что сегодня мы ничего не сделаем. Six months on, no visa, the launch of his paper on hold, the anti-Putin project is stalled, its progenitor still confined to these shores. I don't want to limit my life what Putin wants. Putin is a bandit, real bandit. As a bandit, I don't have any doubt that he will try to damage me in Ukraine. Putin really hates my interest to Ukraine. Boris's PR machine is still pumping out the message of defiance. The trouble with this world is that one man's freedom fighter is another man's terrorist. There is some kind of dirty tricks campaign being waged against him, and to attack him, to physically intimidate him, or attempt to physically intimidate him, and to mount media attacks on him at every level, and where if he approaches authorities in other countries, he discovers that there is a file on record put there by the Russians questioning his integrity, questioning his financial status, questioning his political status. They argue this is more than just a visa application. I've worked for F.W. de Klerk, Ronald Reagan, and of course I worked for Mrs. Thatcher. I think Boris Berezovsky is a very important person because he believes more profoundly in democracy and in human rights than almost anybody I've come across. But as summer arrives, something unexpected happens. Something that completely restores Berezovsky's sagging fortunes.
Now, he was once thought to be Russia's richest man, but today Mikhail Khodorkovsky was sentenced to 9 years in jail. The billionaire businessman was found guilty of fraud and tax evasion in a trial that was criticized in the West as politically motivated. Mikhail Khodorkovsky, charged with a string of economic crimes. After a trial lasting a year, today Mr. Khodorkovsky found guilty. Sentenced to 9 years in a prison camp.